keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place, a place where you'll make a just be alone. Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Ну что, у нас 11.11, глобальная распродажа. Скажите честно, вы уже готовы к ней? Все свои хотелки уже сложили в корзину и ждете, когда же уже будет эта отмашка, чтобы закупиться как следует. Но сегодня, возможно, ваша корзина еще пополнится, потому что я хочу показать свою посылочку с сайта Shein. Возможно, вам тоже что-то приглянет и закиньте в свою корзину. А чтобы ваша скидка была еще больше, да, такое может быть, оставляю для вас промокод, который даст скидку целых 15% сверху всех скидок. Сайт Shein. Мои параметры, кстати, вы сейчас тоже видите на экране. Для того, чтобы вам было удобно ориентироваться в размерной сетке, как на вас сядет вещь, я всегда оставляю параметры на экране. Также всю информацию в инфобоксе, какой размер я заказывала, также всегда оставляю в инфобоксе. Ну что, давайте приступать, не будем терять время. Сегодня у нас, наверное, утеплительная закупка, но есть пара красивеньких вещей. Я думаю, что кто давно за мной следит, знает мою любовь к брючным костюмам. Это моя личная база, которую я очень люблю. Давайте начнем с брючек. В принципе, костюм этот выполнен, честно говоря, на троечку. Достаточно много торчащих ниток, такая вот немного тянущаяся какая-то ткань, она немного жидковата, но крой мне очень нравится, он такой немного в ретро-стиле, брючки такие вот прям очень-очень широкие, но, к сожалению, брюки на меня не сели, они на меня застегнулись, но вот карманы предательски расходятся. Карманы на брюках никогда не должны вот так вот топорщиться, расходиться, раскрываться. Вот как они вот в таком виде, так же кармашки должны быть и на вас. Так что под эти брючки мне придется худеть.
Вот. Брюки хороши по длине, но вот, к сожалению, сели они не очень корректно на мне. К этим брючкам у меня идет жакет, и это, кстати, именно один лот. Вот такой вот жакет, он мне почему-то кажется в ретро-стиле за счет таких вот остроконечных деталей. Пиджак сел на меня достаточно хорошо, он не в обтяг, он свободный, он хорошо застегивается, а так как я люблю... Ну вот, не очень мне нравится материал, потому что для меня все-таки он немного жидковат. А в какой-то более расслабленной интерпретации, где вот такая вот немного расхлябанность была бы уместна, я, честно говоря, не вижу, как это можно обыграть за счет, опять-таки, вот таких вот ретро-элементов. Не знаю, немного спорная вещица, пока подумаю, оставлять, не оставлять. Заказывала в размере 3XL, я думаю, что это 100% у нас синтетика. Эластан 6% и полиэстер 94%. В общем, такой, я бы, наверное, троечку поставила этому костюму. А вот следующий костюм, это моя любовь. Хотя брючки здесь тоже сели предательские, потому что кармашки расходятся. Немного меньше, чем в предыдущем варианте, но все же однозначно нужно их застрочить и худеть под брючки. Но, с другой стороны, вот в талии они сели достаточно хорошо. Вот здесь материал достаточно уже хороший. На брючках он одновременно такой струящийся, и в то же время он такой тяжеленький, хорошо держит форму. Очень, конечно, мне понравился цвет. Я честно признаюсь, что я взяла его просто из-за цвета. Не столько я смотрела на фасон, сколько на цвет. Брючки мне нравятся. Они тоже очень такие широкие, свободные. Мне, правда, нравится этот костюм. Я его однозначно оставлю и буду с радостью носить. Но, возможно, мне его придется немного модифицировать, потому что жакет здесь прям такой, ух... С цепями, вот с такими, я не знаю. Я пока не определилась, нравится мне это или нет. Буду ли я носить именно вот так вот, или вот эти цепи с пуговичками я уберу. Не знаю, что вы, кстати, думаете по этому поводу, оставлять цепи или убирать. Размер у меня 3XL. Здесь у нас по составу, я думаю, что примерно логичный, да, здесь 3% эластан и 97% полиэстер. Но, говорю, ткань мне здесь нравится гораздо больше, она более структурированная, из жакета вот смотрится он какой-то такой вот, он держащий форму, очень хороший полуматовый подклад, даже я бы сказала, такой ближе к матовому. Вот этот костюм прям да, однозначно да, он очень интересный, экстравагантный за счет вот этих цепей. А следующая вещь в моем заказе, это был вот такой вот джемпер. Хотелось мне попробовать тренд на воротничок поло в джемперах. Попробовала. Нравится. Смотрится интересно. Неплохая база по мне. Можно носить чем угодно, с джинсами, с юбками, с брюками. Размер 3XL. И 42% акрила, 28% нейлона и 30% полиэстер. Знаете, вот по составу, да, не самый лучший состав, но на том же ASOS состав, ну, по-моему, не лучше. Поэтому однозначно рекомендую, если вы хотите попробовать тренд, то Shein это то самое место, куда стоит присмотреться. Следующий тоже это был вот костюм лот. Кстати, зеленый вот этот костюм, он продается раздельно вверх и низ, то есть брючки и пиджак можно подобрать разных размеров, если у вас есть такая необходимость. И здесь, к сожалению, такая ситуация была, что он максимальный размер. Размер этой вещи, этого костюма был 2XL. Я, скрипя сердцем, заказала, потому что уж очень понравился, запал в душу, но я понимала, что, скорее всего, он на меня не налезет, потому что по параметрам я вообще не проходила. Смотрите на эти маленькие брючки, да. Конечно, они мне очень-очень малы. Они, ну, видно под ним, что они очень маленькие. Классно, вот расклешены. Если был бы размер даже на 2, наверное, больше, они в сель, конечно, очень классно. Такой расклешенный, расслабленный силуэт в таком же исполнении. Они меня вот вверх, 10 по бедрам все обтянули, натянули. Дальше идут свободные. К сожалению, конечно же, в таком никуда не выйдет. А вот джемпер, несмотря на то, что это 2XL, он на меня сел хорошо. Он прикрывает все это непосредство, что обтянули брючки. В принципе, для домашнего варианта может быть и можно все это дело поносить. Но вот сам даже джемпер можно, я думаю, что с джинсами, с чем угодно носить, потому что он весьма неплох.
И, кстати, здесь, насколько мне помнится, достаточно хороший состав. Здесь у нас штаны 30% нейлона, 28% полиэстер и 42% вискозы, да. Здесь хороший состав. Джемпер тоже такого состава, ну, практически половина вискозы, это очень даже хорошо. В общем, костюмчик, если вы поменьше, то однозначно рекомендуем, классный, теплый и уютный. Следующий также был костюм. В общем, я решила пройтись по костюму. Единственное, что выбилось из концепции костюмов, это джемпер с воротничком поло, но уж очень мне хотелось попробовать. Вот, продолжаем утепляться. Это вот такой вот простой черный спортивный костюм. Да, на мне сейчас тоже черный, но здесь надпись, и он достаточно тонкий. Этот уже на утеплителе, очень-очень теплый. И он по составу, мне кажется, что это полиэстер, размер 3XL, и это 100% полиэстер, да. Но несмотря на это, он достаточно теплый, хорошо греет, пока примеряла, мне было жарко. По размеру достаточно хорошо, и брючки, и по, кстати, по длине тоже неплохо, я 1,72 м, и на меня вот прям хорошо по длине. Здесь достаточно большой такой капюшон, в него уютно закутаться, закрыться. На зиму я люблю такие теплые костюмчики, это универсально, накинул, сверху пуховичок и куда угодно добежала. Вот, в общем, да, однозначно, да. Это вот такое вот бежевое худи. Вот оно тоже хорошее по составу, насколько мне не изменяет память. Это у нас 56% хлопок и 44% полиэстер. Размер, по-моему, это у нас 3XL. Нет, 2XL. Размер 2XL. Оно достаточно такая вот свободная, широкая. Хорошо, что я заказала на размер меньше. Всегда читайте описание вещи, там написаны параметры вещи, и ориентируйтесь от своих параметров. Несмотря на то, что вот она такое же более тонкая, но тоже очень-очень теплая, очень комфортная. Здесь такие вот интересные рукава со складками. Приятный очень, кстати, такой бежевый, немножечко с серым подтоном цвет. Сзади есть небольшая такая вот аккуратная надпись. Хороший тоже достаточно такой большой капюшончик. В общем, мне очень-очень даже эта вещь понравилась. В комплект к этому худи я заказала набор брючек, джоггеров. Вот эти все три пары были одним лотом. Я надеялась, что вот этот бежевый подойдет под худи, но, как вы видите, что там такой прям светлый бежевый, а здесь такой вот уже более карамельный. Но меня это не расстраивает. Эти, кстати, джоггеры тоже достаточно плотные. Давайте я вам цвета покажу. Такой вот темно-коричневый, шоколадный, практически чисто белые. Не самый практичный вариант, но на зиму вполне себе возможно. И вот такие вот бежевые, практически карамельные. Очень-очень простые брючки. Они даже без карманов. В размере у меня 3XL. Состав у нас 5% хлопок, 5% эластан и 90% полиэстер. Тоже на утеплители такие вот, несмотря на это, они достаточно тонкие, но почему бы нет, мне кажется, на зиму вот таких штанишек много не бывает. И дома в таких можно ходить, если очень холодно, и также на улицу надеть, куда-то добежать вполне себе может быть. Вот, на сегодня это все. Не забывайте про распродажу на сайте Shein. Используйте мой промокод на скидку 15%. Пишите, что бы вы хотели посмотреть в следующем ролике про Shein. Ну, вернее, не в следующем, а через один. Потому что на следующий ролик я взяла уже на себя такую смелость и остановила свой выбор на платьях новогодних, потому что уже приближается. Решила это сделать пораньше, хотя еще полтора месяца, вроде бы, да, чуть больше полтора месяца. Но пока до меня посылка дойдет, если вам что-то понравится, пока когда вас посылка дойдет, в общем, чтобы мы успели до Нового года принарядиться. Все, на этом сегодня все. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч.